Блинчики пекут, наверное, все их едят со сметаной, готовят с различной начинкой. Блины с мясом, очень сытные, вкусное блюдо, их можно подать как самостоятельное блюдо на семейный ужин. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. 1. Для приготовления блинчиков нужно нагреть молоко, в отдельную посуду влить половину молока и добавить соль, сахар, соду и яйца. Все перемешать, добавить просеянную муку и замесить тесто, влить оставшееся молоко и масло, хорошо перемешать. 2. Теперь выпекаем блинчики на сковородке, намазать сковородку маслом и жарить блинчики с двух сторон. 3. Блинчики готовы, откладываем их в сторону и займемся приготовлением начинки. Смешать свиной и говяжий фарш, добавить в него соль и перец по вкусу и хорошо перемешать. 4. Лук почистить и мелко порезать, фарш пожарить на сковороде, пока не испарится лишняя жидкость, добавить в фарш лук и жарить до готовности фарша. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. 5. Положить на середину блина мясной фарш и завернуть конвертиком. Ваши блины готовы, приятного аппетита, можно перед подачей обжарить фаршированные блинчики на сковородке. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Вот что нам понадобится. Молоко 1 литр, мука 560 грамм, яйца 5 штук, сахар 2-5 чайных ложки, соль 0,5 чайных ложки, сода 3 чайных ложки, растительное масло 50 грамм, говядина 200 грамм, фарш, свинина 300 грамм, фарш, лук 2 штуки, фарш, соль по вкусу, фарш, растительное масло по вкусу, для жарки, количество порций 8-9. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкусняшки моего канала. Удачного дня!